Я шокирован. Хороший. Нет, Саня тоже хороший. Нет, ну как? Ну, кажется, нормальный борец. Всегда в жизни падал на чистый пацан. Нет. Я все это отбидал, но я раз пацан на чистый. То есть все вспомнил. Не третий такой был. Не третий. Сейчас пожарник на работе. Не стыдно, да? Такому человеку. Ну, да, нет, просто обычно они же с Сашей всегда выигрывают. Обычно. Ну, это хороший парень. Просто а почему это произошло, когда я пришел? Вот пока меня не было, все было отлично, и только я пришел. Это как это? Ну как? То есть, смотри, ты вчера за брата пришел болеть, он на первым стал. Пришел за Сашу болеть, Саша упала. Одну выиграл, самое главное. Две выиграл. А, две. И получается, ты дождался оправдания. Нет, потому что прийти в 9 часам, а не на разминку помочь ему. А как я ему могу я? Через дыру попадать. В 9 часам, это мне в 7 проснуться надо. Вань, ну ради дружбы. Меня не звали. Вань, соревнование — это как день рождения. Неожиданно. Да. Приходит без приглашения. Ты хочешь, как все, чтобы тебя как на свадьбе. Зачем оно тебе нужно? На свадьбу зовут. Да, я просто слишком... Сорвал! Вот, дальше, уламывай вторую! То есть ты проснулся в 7 и лежал с 10 до... Пойти. Нет. Потом только тебе мама сказала, Ваня, отвези банку. Мама мне еще вчера сказала отвезти банку. То, что я ее отвезу завтра, то есть сегодня. Давай, я поставил телефон на зарядку, зайду поставить будильник и просто лежу, туплю, жду, пока телефон зарядится, чтобы аккумулятор не перезаряжался. Односторонний! У него сейчас аккумулятор, он сам отключился. Пришла рука, сразу односторонний пройдет. Конец-то понял. Давай, работай! Точнее, нет. Я запомнил. Просто папа один раз подошел и сказал, что он взял телефон и сказал, нельзя телефон заряжать на зарядку. Не, сейчас телефон сделаю, он даже с восьмерки начинает. Ну, если даже не знаю, что там с ним будет. А если ты проснешься, там, допустим, ну, поставишь в 10 вечера, по идее, он зарядится в 12. Но если у тебя стоит будильник, ты проснешься в 3 часа ночи, Не 100%, процентов 70. Ну, просто пацан иногда бывает, но меняет, наоборот, Вышли, а как напишут, это уже без разницы. Главное, как тебе вызвать. Я думал на эту тему. Когда входишь во всю эту коррупционную систему, много путаешься.